Самая популярная зимняя забава – это, конечно же, играть в снежки. Снег нынче не рыхлый, лепится хорошо, вот и деревенька решила взять технический перерыв и сделать веселую остановку в заснеженном лесу. Вот это вот ложится в микроволновочку, разогревается очень быстро, очень вкусно. Заморозка полуфабрикатов, производство окон и заготовка вторсырья, как в Горицком райпо, развивают местный бизнес. Я живу в домике, который мне предоставило хозяйство. В принципе, жилье устраивает все. Молодые специалисты аграрии рассказали о работе на селе и задали свои вопросы. А это что вы делаете? Что это проверяют и спекся. Румяный, душистый, вкусный хотинский хлеб готовим вместе с деревенькой. Здесь жарят семечки, делают окна, заготавливают вторсырье и чем еще только не занимаются. В Горицком райпо знают, как заработать деньги и по-настоящему раскрутить производство. В этом году к традиционным райповским делам и умениям добавилась и кулинарная – цех шоковой заморозки полуфабрикатов. Вот это вот ложится в микроволновочку, разогревается очень быстро, очень вкусно. Это наше новое производство. Объемы мы еще большие, конечно же, не нарастили. У нас на сегодня как бы месячная наша норма – это 120-150 килограмм. Но это только начало. Сам цех расположен в одном из 80 торговых объектов Горицкого райпо. Здесь не скрывают, как и многое в Академгородке, торговля вращается вокруг студентов. То, естественно, без наших студентов здесь практически ничего и не получится. Когда начинается лето, наш академгородок замирает. Когда начинаются, приезжают наши студенты, начинаются заочники, приезжают, тогда у нас начинается жизнь. Но это касается только академгородка. В основном в центре города у нас тоже есть очень большой магазин. Там, вне зависимости от сезона, у нас всегда там есть покупатель свой. Там же расположен центральный рынок города. Еще один новый цех – производство жареных семечек. При температуре в 180 градусов здесь в месяц жарят до 25 тонн семечек подсолнечника. Горицкий продукт с индивидуальным брендом продают на родине, по всей области и даже экспортируют. Семечка жарится, мы сначала ее для того, чтобы она у нас остывала, горячую не фасовать, потому что нету достаточного у нас охлаждения. Мы ее в льняные мешки ставим, она у нас, примерно рабочую смену, она у нас остывает. А вот такие вещи, как производство, ни от сессии, ни от заочников не зависят. В райпо окна и мебель делают более 5 лет. За это время производство удалось выстоять в конкурентной борьбе и не опустить планку качества. Не все граждане, так скажем, осведомлены о технической стороне вопроса окон. Их больше в последнее время волнует цена. Но не факт, что эта цена подтверждает качество. Обычно меньше цена, как правило, хуже качество. Мы на свои изделия, в частности на окна, предоставляем гарантию 5 лет. То есть в течение 5-летнего срока, если какие-то неполадки с окнами, мы выезжаем, их устраняем бесплатно. То есть за свой счет, а не за счет заказчика. По итогам уходящего года предприятие стало одним из бюджетообразующих в районе. И кроме этого входит в 5 лучших райпо области. За 9 месяцев предприятие сработало с прибылью, а это и налоги, и рабочие места, и, безусловно, заработная плата. Средний уровень зарплаты 492 рубля. Поэтому тоже стараемся выполнять объемные показатели, чтобы материально поддержать работников нашей организации. За 9 месяцев получена прибыль в размере 2,2 миллиарда рублей. Поэтому все отрасли сработали прибыльно. В планах райпо до конца года отслеживать динамику своего развития, а после, уверенно вдохновившись результатами, запустить очередное производство. Благо, все творения райпо востребованы, ведь здесь давно смекнули, что успешное производство может быть и таким многовекторным. Я работаю в Чаевском районе, меня зовут Саша, Ульяновская агро, 23 года,
Работаю первый год, только начал с сентября месяца работать на своем хозяйстве ведущим экономистом работы. Так начинается наше знакомство с участниками встречи с губернатором Владимиром Доманевским в Школской Александрии. Ведение дел в здешнем хозяйстве и развитие социальной сферы – хороший пример для молодых аграриев. Накануне Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 120 специалистов со всех районов собрались, чтобы увидеть, как организовано производство в одном из лучших хозяйств области, каковы условия труда и отдыха сельчан. Во время переездов от объекта к объекту интересуемся, как в хозяйство встретили молодых спецов на первом рабочем месте. Некоторые из них уже занимают должность, которая начинается со слова «главный». Очень хороший коллектив, очень дружный коллектив. Мне предоставили общежитие, полностью укомплектованное. Зарплата вполне достойная для молодого специалиста. Я живу в домике, который мне предоставило хозяйство. В принципе, жилье устраивает, все. Кстати, как говорят коллеги молодых аграриев из облсельхозпрода, молодому аграрию получить жилье значительно проще, чем сверстникам из других отраслей. Молодежи предоставляется благоустроенное жилье, выделяются кредиты на приобретение предметов домашней или бытовых предметов необходимых. Кроме этого, выплачиваются все предусмотренные законодательством компенсации. 120 молодых специалистов агропромышленного комплекса получили возможность обсудить в форме открытого диалога с областной вертикалью те, как говорят сами спецы, задумки, которые у них есть. Они весьма и весьма интересные. Например, у нашего знакомого Александра Жданова есть идея, как более эффективно распоряжаться ресурсами. Вот у нас есть 4 фермы молочно-товарные, но пока что нам хватило бы 3, потому что у нас новый комплекс есть, и сейчас ввели второй сарай. Можно было бы немножко перераспределить, сделать только 3 молочно-товарные фермы, одну сделать как откорм выращивания или передать другому хозяйству, за счет этого сократить затраты. У коллег Александра тоже хватает интересных предложений, конечно же, вопросов. На них молодые специалисты получили обстоятельные ответы. Условия, которые сегодня создаются для работы на селе, во многом зависят от специалистов. Поэтому сразу вас призываю к тому, что если где-то на ферме какие-то беспорядки, не так, как вам хотелось бы, не будьте равнодушными. Заставляйте и подчиненных вам людей, и руководство хозяйств, чтобы делали условия комфортные для работы. Молодые специалисты – это сельская интеллигенция. Именно от нее зависит, как будет жить и развиваться село. Выпал снежок, я люблю снежки, а вот в старину 26 ноября вся семья садилась лепить пельмени, потому что наступала пельменная пора. Пельмени старались налепить побольше, чтобы на несколько обедов хватило. И замораживали их, кстати, прямо во дворе, а потом просто отсчитывали нужное количество и варили. В качестве начинки использовали ягоды и грибы, ведь уже на следующий день, после Филипповки, начинался рождественский пост, самый строгий. Заканчивались свадьбы и прочие шумные праздники. Все время полагалось посвящать работе и благочестивым занятиям. Однако вечером Филиппова дня можно было заняться гаданием. Например, на суженого. Это основа стола. Так считают в Хотинском районе. Здесь с древних времен сохранилось множество традиций, связанных с приготовлением хлеба. И сегодня мы приехали в деревню Варваровка за очередным вкусным рецептом. Семейным рецептом хлеба с нами поделилась местная жительница Нина Парфеновна Макаренко. Рецепту уже несколько сотен лет, признается хозяюшка. И передается он из поколения в поколение. Мама моя училась ли своей мамы, ли моей бабушки, а я ли мамы. Ну и научилась, я и пекла, все время пеку. Любую работу надо делать
с настроением. Если настроения нема, лучше не работай. Первый ингредиент – вареный картофель. Его нужно растолочь в пюре. Для чего картошка вообще? Ну, раньше так пекли, что и хлеб рыхлей бывает, еще. Раньше делали так, потому что муки мало было. А все картошка была. Ну, вот наливаем водички. Теперь размешиваем. Мерим не граммами, а на глаз, а он у Парфеновны наметан. Раньше ж дрожжей не клали, а были дежки дубовые. И в тех дежках пекешь хлеб, делаешь закваску. А тогда пекешь хлеб, подкладаешь всегда понемножку, кружечку водички, дежку обшкребешь. А дежка это что? Ну, дежка, ну, дубовое дерево, называлось дежкой. Теперь же у нас не одежки, а вот кастрюля. Ну, давайте буду вам помогать. Что-то ну, там дрожжи уже. Растирайте дрожжи. Так, вот так прям руками, да? Рукой одной. И намерзла это же. Холодные дрожжи. Вот муку теперь сыпьте. А сколько? На глаз? Рукой? Не, вот, мисочкой и... И вымешивать тоже рукой? Ложкой. А ваша мама как делала? Все ложкой или все руками? Ну, руками делали кто як. Деревянные были ложки вот, вот такие вот. Ого, какая красивая. Ой, какие ложки были. Этими ложками... Такими и кушали, да? Да, да. Тесто учинили, ставим его на припечек, чтобы подходило. В деревеньке тесто принято замешивать с вечера, а на утро добавлять в него немного соли. И месишь его, вот, чтобы сформировалась булка. Ну, давайте я буду пробовать. Берите вот тут. Муку рассыпаем по столу. Да. И качайте вот так. Ага, вот так, правильно? Да, качаю. Нет, не так. Не надо уже умять, а просто вот так вот. А, вот так, под, как бить немножко, да. Да, по бокам? Да. Вот так круглить. Ага. Вот так. Ого, так ловко. Вот это я тут. Я бы час не ковырялась, наверное. Сковородку я. О, все, не надо приляпывать. Красота какая. Оставляем тесто в сковороде еще на какое-то время, а после ставим в печь до румяной корочки несколько часов. Теперь впору и песню завести. Ой, як мне машечки, ой, як мне душечки, худой беленький не быть. Открываем печку и достаем хлеб. Он уже готов. Прошло готов, 2 часа. Да. Какая красота. А это что вы делаете? Это проверяю, испекся. Вот так? Да, вот, чтобы подпрыгнул. Ого. И мыть его нужно? Чтобы мягенькая корочка была. Надо бы хлебу дать остыть. Да вот уж больно он ароматный. Так что не сдержалась я и попробовала кусочек. И он не тянется за ножиком. Все. Какой нежный. Можно попробовать кусочек? Ну, да? Попробуйте, не знаю. Я такого не пробовала еще. Вот он реально ржаной такой. Говорим спасибо, милые хозяюшки. А кулинарную книгу программы «Деревенька» скоро пополним еще одним аутентичным рецептом. Будет вкусно. Паша, работаем. Можно, да? Конечно, вот туда. Паша! Фестиваль народных талантов – прекрасная возможность в течение одного дня познакомиться со всем интересным, что представляет данный конкретный район. Сегодня очередь за Чаусским районом. Ну а что привезли чаусы, что интересного, что покажут и, собственно, расскажут. Пройдемся, посмотрим, узнаем, расскажем и вам. Забегая вперед, скажу, самый популярный уголок практически на любом этнофестивале – традиционная кухня. Елена, что вы предоставляете сегодня и что показываете? У нас много всего вкусного. Это у нас печеночные ежики, вот они как бы. Это у нас как бы
поросенок приготовлен типа холодца. Вот здесь у нас все колбасы, нарезки. Ну, как бы сами все прекрасно. Мясо. Смотрите, завидуйте. Это какие-то традиционные аутентичные рецепты или же... Может быть, что-то от бабушки? Может быть. Сувениры и изделия ремесленников – вообще отдельная тема. Тут вам и пояса, и рушники, и плетеные изделия, и керамика, и... Не знаю, как кто лично, я, когда вижу, как работает хороший мастер, не могу пройти мимо и не попробовать примерить на себя его профессию. И сегодня вот Надежда Гончар из Чайловского района познакомит меня, собственно, с тем, что из себя представляет профессия гончара. А что вот сейчас происходит? Что вы делаете? Сейчас мы центруем ком на гончарной круге. Для того, чтобы начать гончарить какое-то изделие, нужно сначала зацентровать его, чтобы он не бегал. Самое время и мне закасать рукава и соорудить, если не горлач, то хотя бы тарелочку или горшочек. Выяснилось странное. В моих руках глина совершенно не хочет принимать нужную мне форму. Скорее действует по собственному усмотрению. Гончаром, может быть, я и не стал, но на себя, по крайней мере, эту профессию примерил. Ну, я вижу тут несколько еще занимательных, интересных вещей. Например, знаменитые чайловские пояса. Попробуем сделать и их. Осталось только отмыть руки. Я пока отмою руки от глины, а вам предлагаю пробежаться взглядом по прилавкам. Тут и душистый хлеб с пылу с жару, и разные сыры с колбасами, кухонная утварь и элементы одежды. Все это дело рук хороших и талантливых людей. Вот только что я был гончаром, а сейчас вот с Анной мы попробуем сделать знаменитые чайловские, как правильно сказать? Мы изготавливаем их в Петуховский сельский клуб библиотека. Петуховские пояса. Это вообще история вот появления этих поясов и... Ну, как бы появление это очень древнее. У нас еще занимались этим наши бабушки и дедушки. У нас пояса носили и женщины, и мужчины. И на голове носили, как у меня тоже, видите, головной убор. Интересное это дело. Тренирует усидчивость и терпение. А воображение невольно рисует картину сельской избы. За окном воет ветер, а в печке мирно потрескивают дрова, пахнет свежим хлебом. Вот так и коротали время наши прабабушки долгими зимними вечерами. Впрочем, самое время отправиться на концерт. Хорошая музыка, интересная хореография, отчего же не посмотреть. Теперь мы все в ожидании творческой презентации Чериковского района. Встретимся 25 ноября. Фотоснимки, которые я привезла из этого путешествия, мне напомнили старые фильмы-сказки. «Морозко», «12 месяцев», помните? Припорошенные снегом ели, еще оставшиеся на ветвях листья. Кажется, вот-вот появится Дед Мороз и ударит о землю волшебным посохом. Дарю и вам этот маленький кусочек сказки.